Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. В Карелии закрывается навигация для плавания на маломерных судах на водных объектах, сообщает МЧС Карелии. С 5 ноября водоемы уже закрыты для Медвежегорского, Муизерского, Беломорского, Сигежского, Кемского, Каливальского, Лоуского районов и в городе Костомукше. С 12 ноября навигация закрывается на реках и озерах Оланецкого, Лахтынпохского, Питкеранского, Суаярского, Пряженского, Прионежского, Кондопожского, Пудожского районов, Петрозаводска и Сартовала. Ведомство также напоминает об опасности, которой себя подводят граждане, игнорирующие запрет на выход маломерных судов на воду. Общероссийский народный фронт в рамках проекта «За честные закупки» предлагает жителям Карелии поучаствовать в вопросе о качестве питания в социальных организациях. Его главная цель – получить максимум информации о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Эта информация поможет активистам вместе с экспертами отрасли выработать решение проблемы некачественного питания. В Петрозаводске пройдет Тургеневский бал. Литературный праздник, посвященный 200-летию со дня рождения классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева, состоится 12 ноября во дворце бракосочетания. На этом наш выпуск завершен. Подробности читайте на сайте ПТЗ «Говорит». С вами была Юлия Окунева. Впереди вас ждут любимые хиты на радио «Дача». Музыка нас связала. Спонсор выпуска – компания «Адуавто». А где пройти нам техосмотр? Конечно же, у танка! Стоп! Мы меняем правила! Сначала пройди, а потом оплати! А не прошел – не плати! Даже если у вас что-то неисправно, переживать и бояться не надо! Сначала бесплатно пройдите техосмотр, а потом спокойно платите! Так может только «Адуавто». Звоните 77 21 35.